Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Майн, и... Стоп. Опять какие-то сплошные проблемы у меня. То я пытаюсь как-то по-другому поприветствоваться с вами, то что-то еще происходит, то я ничего не понимаю, и все происходит очень трудно. Ой. И время, кстати, уже 12 час. Возможно, из-за этого я снова запутался. И чтобы не запутываться, нужно что-то делать с этим. Так, мы играем в Egg Wars. И на этом все, и мы должны победить. Все, больше никакой другой цели я не преследую, просто победить. Никаких отговорок, просто мы берем и побеждаем. Проиграть просто физически нельзя. Хотел только что сказать, если я проиграю, я удаляю канал. Ну да. Ужас. Строимся эпично, быстро, красиво. Забираем золото. И... Я не знаю, что мне говорить. Я просто по нулям все у меня. Мои творческие баки в кавычках опустели. Поэтому по этой причине я не знаю, что мне просто говорить банально. Ну, насчет творческих баков я, если честно, на полном серьезе. Я устал. Мне нужен отдых. Кстати, я запутался. Мы кто? Мы желтые. А. Теперь понятно. Желтый вон. А, нет, там зеленый, в смысле. Сейчас просто лутаемся, собираем побольше золота, наверное. Вон наша эта база. Короче, погнали просто. Оба! Опасно. Опасно очень сильно. Стоп, а что это там? А, это наш тиммейт, все нормально. Я уж испугался, если честно. Так, просто прокачиваем. Окей. Далее прокачиваем золото. Оп. Раз. Два. И... А, ну и все на этом. И идем быстро, вообще. Очень быстро. Закупаем обсидиан. Вот единственный минус Egg Wars. Здесь постоянно приходится... надевать на себя броню, не то что в Майнкрафте. Ой, ё-моё, в Bed Wars. Так, и вообще, вот это вот что? Я хочу постоянно тут достроиться, но у меня не получается. Ой, помню, мы с Толей играли. Съемок тогда не было еще. Ну, они как бы были, но я не снимал. Я вон вот так вот просто строился и прям вон на базу противника. И победил я, один игрок был против команды, где четверо был. Я просто... А, еще моя тактика любимая, ребят. Вы ее не знаете, конечно же. Чем просто нужно покупать динамит. Да. Просто... Блин, а он 25 стоит. А такого я не ожидал, если честно. Ну ладно. Сейчас же какая наша задача? Пожрать, купить брони. Вот, 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 вот броня, вот так уж мягко. И хотя бы что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На нас синий. Пошел нападать. Он рукой, алло. Ты чё творишь? Ой, ребят, нет, 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 нет. Он это хочет сделать рукой, но он просто зря этим занимается. Неужели он этого не понимает, что рукой обсидиан не сломать? Стоп, что, все? Это было так просто? Я просто боялся умереть, у меня алмазов много. И почему-то не берется золото. Ну ладно.
Он думал, что рукой сломает обсидиан. Офигеть. До чего докатился наш мир. Но нам нужно укреплять базу, построить какой-нибудь форт. Просто Сирия желает чего-то хорошенького. Ой, о чем я? Так, у нас уже что-то из брони есть, и нам еще нужен будет топовый крутой лук. Ой, блин, а зачем я покупаю все, если я... Мне нужно прокачать все генераторы для начала. Я даже на этот вопрос не могу ответить. Просто привычка, наверное. Нам нужно 7, да? 7. Все, хорошо. Давайте тогда купим блоков каких-нибудь мощных. Вот этих вот. 30 блоков у нас таких уже вышло. И давайте забубеним такой вот некий форт. В блоков так 5. Вот будет у нас такой своеобразная башня. Ой, все, надо спать. И уведомление опять приходит. Зачем мне пишут люди, я не понимаю. И причем незнакомые мне. Мне пишут люди, вы это понимаете? Которых даже я сам не знаю. У меня постоянно ВК забит. Хотя... Можно догадаться. Может быть, это вы, ребят, мне пишите. Я... У нас тут... О, у нас тут уже с луком, ребята, что-то творят. Ой, блин. Нас тут уже вовсю мочит. Блин. Это плохо, ребят. Там у нас желтый, а это наш. Хорошо. У нас уже 9, давайте. Прокачали, чтобы просто так не просрать, потому что мы должны победить. Это обязательное условие у нас. Потому что проиграть просто запрещается, проигрывать. Так, это что у нас? Зелье скорости. Выпьем-ка. Подождите. Я особо не ощутил никакой скорости, если честно, но... Ну да ладно. Давайте вот просто добьем этот форт уже, а то... И побольше обсидиана купим, а то на нас как-то очень эффективно нападают и красные, и синие. Ну, красный какой-то нубик был, решил рукой сломать. Это было даже в чем-то, в каком-то плане смешно. Но все равно нужно остерегаться всяких там этих... Мало ли у них все-таки что-то имеется под рукой, чего мы не знаем. Так, 6. Так, никто там... Я пока что, да, лутаюсь на базе. Прежде всего мы пойдем нападать на зеленых, это 100%. А все остальное будет у нас потом. И что у меня эта баночка делает? Я надеюсь... Да. Фух, я уж... Думал, это не наш тиммейт. Тогда вот, наконец-таки я стал тиммейтов называть тиммейтами, а то я собрат-собрат. Это полный идиотизм был вообще. Кайф. Андрей, передаю тебе привет. Ребят, подписывайтесь на моего друга. Ссылка в описании. Механик56. Я уже про него вам очень много рассказывал, но... Пацан топовый вообще. Старается. У него сейчас вообще проблемы. Хлеще моих, поэтому поддержите его, пожалуйста. Вот, реально. Нужна ваша поддержка. Подпишите, ссылка в описании. Как и всегда, в принципе. Первая ссылка, которая вообще есть на канале, это ссылочка на канал Андрея. Как-то так. Зачем я купил еще один сундук? Пригодится, окей. Кто-то падает, у кого-то хп снимается. А, мне походу показалось. Так,
Вот, все, ребят, прокачиваем. Все, прокачали. И это. Люди, почище, пожалуйста. Все, сейчас будет форт уже готов у нас. Никого еще не убили. Опа. А, это зачарование включено, я уже думал. Все. А тут нифига не все. Мы как-то, я думаю, сделаем вот так вот. Вот, все. Тут можно сейчас... Я лук хочу купить, самый топовый вообще. Если получится, то это будет вообще кайф. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И блоки. Не знаю, хватит ли мне этих блоков, но... А. Тогда тут даже декорации можно поставить. Так, три, значит, сюда один. Сюда один и... Сюда один. Все. Форт готов. Можно уже галочку в планах поставить. Осталось... Сет брони полный. Накопить на полный сет брони. Что у нас? 4. Нам нужно 8. Что здесь? Люди, ничего вообще не... У меня тоже ничего нету. Окей. Тогда мы сейчас смотрим, сколько стоит... А, 15. О, это единственный просто лук. Просто единственный. Так. На нас там никто не нападает, это хорошо. Забираем золото. Раз. Собираем вообще все ресурсы, блин. Он забрал алмаз, ну ладно. Забираем вообще все ресурсы. Особенно золото. Особенно золото, это прям вот прям надо. Я не хочу, конечно, воевать, но луки, все это мы купим. Просто я хочу с динамитами бегать. Вот это будет жестко. Вот это будет топчик вообще. И вообще хорошенько бы тут сейчас все разложить. Хотя нет, вот сюда мы положим лук. Сюда алмазы. Так, еду мы куда-то сюда. И нам нужно будет еще инструменты купить. Так, давайте сейчас мы покупаем себе броньку. Так, броня, штаны. Все, по факту у меня сет брони есть, но он не полный. Не, ну посмотрите, ну это же как тут вот, я вот представьте, я вот тут вот такой сижу на базе. Кто-то идет, я такой ему бамс, в глаз попал, все, и он просто улетает, отлетает. Ой. Помню, начинал я свою, хотел сказать, карьеру в Блокман Го. Алло. Во сколько? А, то есть начинал я с Эгварса именно, вот это вот я помню. Хорошо прям. Что и Гварс, это прям мое начало было. Вот так, ребят, мы сделаем. Это немного читерский способ, потому что, когда я сверху, все ресурсы достаются на самом деле мне. И в этом этот способ как раз-таки читерский. Вот, видите, вот, было 6, сейчас 8. А им, кстати, ничего не капнуло. Вот в этом суть Эгварса. Ибо Эдварсов... А, нет, только Эгварса, да. Как-то так, крышу себе сделаем над головой. Все, 10, сколько и что мне нужно? Никто... Предлагаю я вот, вот сейчас прям вот даже начать строиться на синих. Просто я не хочу идти через центр, я хочу идти вот так. Понимаю, это дико звучит, но... Я говорю на полном серьезе сейчас. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7. Не знаю, правильно я считал, но в принципе пофигу. Так, ах, он там уже. Ну ладно, сейчас мы докупаем оставшееся, что нам нагрудник нужен, да? Вроде как, на... да. Все. Вам, братаны, я оставляю тут всякую шнягу. О, блоки, блоки. Сейчас мы их накупим. Блоки вообще... Это очень блоков нужно всегда. Это нужно запомнить просто. Уже меч. Все, ребята. Как говорится.
мы готовы. Но, так, блоки другое. Вот, один динамит у нас есть. И сейчас бы хорошенько бы стрел поднакупить. Там кто-то нападает, с кем-то сражаются. Или просто кто-то откуда-то упал. Не знаю. А, кстати, нам еда нужна. Нам нужна еда. Для этого нам нужно золото. Чтобы купить куриные ножки. Ножки. Так, другое. Что-то я размахнулся, конечно. Ну, давайте будем бегать и туда за золотом. Потому что динамита нам нужно много. А тут мы, пожалуй, как-то так. Потому что мы туда даже не сунемся. Потому что это нам не надо просто. Вот такой вот прикольчик. О, и лестница сдрыснула. И поэтому делаем вот так. Вот так. Я понимаю, сейчас мой тиммейт не выйдет, но пофигу. У нас цель, задача ясна на сегодня. Давайте будем строиться на шифте. Я не хочу особо так рисковать. И просто. Чё там? Мы кому идем? Мы идем к синим. О, эта команда довольно-таки сильная. Надеюсь, она меня не заметит. Так, ребят, докладываю вам обстановку. Меня спалили, и я забыл купить кирку. О, это вообще смешно. Очень причем. И смешно еще то, что на нас могут нападать через мой путь. Я, конечно, надеюсь, что такого не будет, но... Все-таки факт остается фактом. Мне нужно 3 алмаза. 3, братан. Просто дай мне... Вот. Еще 1 алмаз. И все. Просто. 1. 1 алмаз. Понимаешь? 1. Вот. Ну, 4. Я вам скину еще 1 алмазик. Так что... Так, товар. Все есть. Вот вам... Ваш алмаз, мне он не нужен. И нас реально, походу, спалили. Братан идет, аж обрадовался моему алмазу. Так, у нас уже 2 этих динамита. Опа, я же говорю, на нас уже строятся. Но не тут-то было, как говорится. Ах, он скотина такая. Нас, короче, просто... Реально, походу, прям по-жесткому спалили. У него есть лук? Я что-то не вижу. Есть! Попадание было. Раз. Два уже попадания было, но это опасно так строиться, потому что в любой момент он может скинуть тебя. Поэтому я буду как-то вот так вот расширяться, если это вообще можно так назвать. Я, конечно, могу сейчас в него динамитом запулить, но... Давайте, ребят, на shift погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Просто вот быстро. Это просто экшен, потому что какой-то некий экшен. Так, быстро, быстро. Вот, он уже вернулся. Сейчас будет... Он промазал, я попал. Попал. Это было близко. Он в меня попал, ребят. Все, 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 все. Валим, 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 валим. Так, это было прям... Попал. Попал. Так, пока он ушел, предлагаю опять продолжить строиться. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Проверка. Огонь. Было попадание, ё-моё, ребят. Я... Это прям жестко, если честно. Он попадает, если серьезно, то...
О, так он стреляет, и мне его стрелы. Давайте как-нибудь. Оба. Я не знаю, попал ли в него. На него напал наш. Красава, братан. Так, раз, два, нифига себе. Я считаю, тебя отвлекающим маневром был. Получается, это прям вот тактика, тактика. Хорошо играть с хорошими тиммейтами, как говорится. Раз, два, он и замочил? Все, пора их просто. Ну ладно. Не хочешь играть, не надо. Он просто спрыгнул. Чё это за штука, ребят? Я в следующем ролике обязательно проверю. Причем стрела до туда долетела. Может, это карта, где можно сражаться? Типа, ну, не карта, а местность. Это прикольно. Ладно, у нас уже. Хотя. Давайте подкупим еще что-нибудь и пойдем на красных. Вот это вот тактика. Я понимаю. Сейчас, пожалуйста, 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 пожалуйста. Вы издеваетесь? Мне не хватило одного золота просто. Вот, все, сейчас покупаем еще один динамит. Я хочу его задействовать. Неужели я зря этим всем. Так, подождите. Так, оружие. Стрелы чуть-чуть подкупили заниматься. Ладно, я свои слова беру обратно. Мы пойдем тут. О, сам себя застроил. Сам себя. Это просто посмешище какое-то. Так, мы идем на красных, значит, нам. Так, это зеленые, их нету. Вон красные. Пойдем мы. Не понял. А где? А тут лестницы как бы нету. Ну ладно. Они ее что, как-то сломали, что ли? Я вот это вот что-то не понял. Ладно, пофигу. Игра, кстати, закончится ровно через 40 секунд. Ой. 37 минут, короче. Они его прогнали, нашего тиммейта. Неужели они настолько жесткие? Надо было зелье невидимости, кстати, купить. Так, берем тут стак. И быстрее, 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 быстрее просто. Так, давай, 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 давай. Оп. На шифте. Аккуратно, красиво. Эпично. Незаметно пробираемся к ним. Нас спалили, нет? Нас не спалили, прикиньте. Интересно, у них там есть обсидиан. Обсидиан. Мне кажется, его там у них просто нет. Вроде они меня не спалили. Давайте проверим. Обсидиан имеется. Понял. Так, главное, они не могут, чтобы мою дорожку не спалили. Все, давайте, идите сюда. Они даже тут обсидианом застроили. Алло, вы что творите? Красные, вы очень жесткие, я скажу вам честно. Вы неужели не думали, что я мог через верх? Это вообще. Блин, я думаю, я допрыгну, но они просто убегают, походу, да? Окей. Прикольно. Погоняемся за ними. Ха, он обосрался просто сразу. Он даже не думая, не разбирая ничего. Сдох сразу прям. На, раз, два. Так, и у нас остался один синий. Вон он бежит. Вон он бежит. Скотина такая. Подожди. Где он? Ай! А где? Опасно, ребята. Один синий остался. А, так он, скорее всего, у себя на базе. Я же на них тогда нападал. Он где-то спрятался.
Я, кажется, ребят, его видел, наверное. Я не уверен в этом. Он где-то там наверху, кажется. Да? Ну, просто вроде как я его там заметил краешком глаза, но это не точно. Нет? Ну, вот такая классная база у красных, хотя и у нас тоже, но они так лоханулись и проиграли. Бамс. Бамс. Вот сейчас, конечно, если он со спины на меня нападет, то мне это все уже будет. И динамита у меня больше нет, как бы. Но где он? Алло. Может, тут? Так, тут никого тоже нету. Да вылази уже. На базе у красных? Ну нет, я там был. Значит, он на базе у зеленых. Это мой единственный вариант. А может, он у нас на базе что-то пытается сделать? Но сначала проверим зеленых. А уж потом нас. И даже если сломает он нам кровать... Я же говорил, ребят, что мы победим. Подождите. У зеленого осталось яйцо. Ну, пускай нам что, в копилочку будет одно сломанное яйцо, в принципе. Почему бы и нет? Это нормально. Он его еще раскопал для нас такой. Не понял. А. Понятно, из-за того, что его, он вышел из игры, мы не можем ему яйцо сломать. Окей, но где синий? Под низ он никак не мог уйти. Хотя, может, на ту площадку он как-то умудрился. Но была бы дорожка, хотя он мог ломать ее за собой. Наверху там? Ну, не знаю, не знаю. Вот как они умудрились сломать лестницу, я вот это вот не понимаю. Желтый там. Ладно, тогда я побежал на нашу базу, ребят, с вами. Скорее всего, он где-то обитает там. Прикольно. Ой. Если он у нас ломает нам яйцо, пытается что-то сделать, это будет вообще очень смешно. А так я не знаю, куда он мог деться просто. Его здесь нету. Его просто нету. Он никуда вниз не мог уйти абсолютно. По причине... Хотя по какой причине, я не сам не знаю, если честно. Но тут нету этих... слайм-платформ, поэтому он как бы, да. Не понял. Так. Это ты? Или это был не ты? Ох, блин, вот это я испугался. Я не понял, они его там, что ли, заметили? Или что вообще? Кстати, у него меч зачарованный. Да, смешно, я упал, конечно. Ну и какой вы вывод из этого сделаете? Давайте думайте, куда он мог уйти. Я-то что тут? Я тут ролик снимаю. 30 минут, полчаса ролик. Ну, запись идет голоса. И не только. Ребят, давайте я вернусь, когда мы найдем его просто. Ребят, докладываю обстановку. Я упал. И мой тиммейт, походу, тоже, да? Как это произошло, я не знаю. Я просто каким-то образом упал. У меня просто кнопка как-то нажалась. И мы так и не поняли, где этот чел синий. Я не знаю, есть ли смысл на этом прощаться. Кстати, прикольная анимация. Залазенье. Го, тогда так поиграем, что ли? Ё-моё, 3 хп, офигеть. Будем искать, короче, так.
честь попрощаться, потому что мы не знаем, где он. И единственная мысль, которая пришла ко мне в голову, то, что он читер. И как-то, наверное, летает, и вот сейчас смотрит на меня, и там всякое такое. Ой. Все, ребят, подписывайтесь на мой канал, напишите комментарий какой-нибудь, поставьте лайк или дизлайк, решать вам. И подписывайтесь на канал моего друга Андрея, ему будет это очень приятно. Так что всем пока, пока. И оцените еще конечное интро. Пока.